Здравствуйте, с вами Илья Залевский и рубрика «Домовой». Домашние животные являются неотъемлемой частью жизни практически каждого из нас. Ведь многим доставляет удовольствие потискать своего домашнего питомца. Сегодня мы пришли в гости к поэтессе Елене Егоровой, у которой живет очаровательный кот Томми. Британский кот Томми, ему 1 год и 4 месяца. Живет он у меня 1 год и 2 месяца. Мне его подарили на Новый год 2011. Вот. Ну, Томми у нас, он, в общем-то, породный котик, но безродословный. Вот. Не плановый, значит, он. Но все равно он очень хороший, он соответствует британской породе. Шерсть у него, как вы видите, лоснится, он гривый. Веселый котик. Сейчас он весит 5,5 килограмма. Еще немножко не дотянул до нормы для британского кота. Там 6 килограмм. Но у него еще все впереди. Кушает он хорошо. Вот. Ну, как, не боится никого. В общем, ну, все, правильное питание, воспитание, в общем, имеет значение. Он веселый, жизнерадостный. Своенравный, он может поиграть, покусаться, но он все-таки кот, он хозяин, и присутствие других кошек он не терпит. Вот. То есть он будет шипеть, ругаться, но на взрослых он, детей он еще ни разу не зашипел у нас. Кушает он хорошие консервы, вот, и натуральную еду. Для британских кошек часто не подходят сухие корма, потому что у них чувствительное пищеварение. Вот. Ну, вот он вот на такой еде находится. Ну, как видите, находится в хорошей форме. Ну, конечно, он еще получает витамины и получает специальные такие сушки для чистки зубов. Правильное питание и внешний уход. И ваш домашний любимец будет по-настоящему счастлив. Потому что если вы за ним ухаживаете, он платит вам исключительно добротой.